Последние три дня стали знаменательными для любителей и ценителей якутского национального творчества в Нерюнгре. Ярким событием стал незабываемый мастер-класс по игре на хамусе. Обо всем подробнее Тамара Игнатьева. Мастер-класс проводил хамусист-импровизатор, виртуоз Георгий Слепцов Чалхан. Приезд такого мастера нашел широкий отклик среди жителей Нерюнгри. Ольга Сергеевна является заместителем руководителя районного центра занятости. Она родилась в Якутске, росла на Колыме, поэтому звук хамуса сопровождал ее с детства. Можно изобразить вот этим маленьким инструментом музыку. Я научилась издавать волшебные звуки. Очень благодарна, что я оказалась на этих курсах. Самому юному ученику Егору Иванову 10 лет. За три дня обучения мальчик неплохо усвоился с инструментом и даже знает, кому он первым продемонстрирует свою игру. Хочу научиться очень хорошо играть. Ну, так для себя, чтобы своим друзьям, внукам, сыновьям показать. Мастерство обучения и желание научиться играть на хамусе дало свои плоды. И для многих стало неожиданностью то, что ни разу не державший в руках этот самобытный инструмент, научился не только технике игры, но и мастерству импровизации. Мероприятие проводилось на базе нашего медицинского колледжа в связи с тем, что еще и у Ирины Ивановны, директора, возникла такая идея провести накануне национального праздника ИСЭ в 2017 году в мае месяце большой такой флешмоб по массовой игре на хамусе. Организаторы уверены, что в дальнейшем продолжат такого рода мероприятия, которые, несомненно, станут ярким событием в культурной жизни города. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, НВК СХ, Нерюнгри.